Меня зовут Огюст Робен. Я командир 6-й роты 59-го батальона пеших стрелков армии Франции. Наше подразделение защищало небольшой участок фронта под названием Буа-де-Каре между деревнями Амон и Бамон. Все началось 21 февраля 1916 года. Первые немецкие снаряды упали на наши позиции в 8 часов 15 минут утра. Они взрывались один за другим без перерыва. Я оглянулся на свой штаб и увидел, как у моего заместителя струйкой потекла кровь из уха. Он забыл открыть рот и был контужен. Земля ходила ходуном, с потолка и стен на нас сыпался песок. Каждую секунду мы ждали, что блиндаж обрушится, и мы навсегда останемся в этой могиле. Огневой шторм продолжался до обеда, и из-за него я потерял больше половины своих бойцов. К 16:00 все постепенно стихло, после чего немецкая пехота пошла в наступление на наши позиции. Против нашего потрепанного батальона вышла целая немецкая дивизия. 10 тысяч к 1 тысяче. Соотношение явно не в нашу пользу. Мы начали стрелять издалека, но не очень удачно. Многие винтовки оказались неисправны. К тому же по нам стреляли в ответ, и мы были подавлены страшным артобстрелом. Когда они подошли на 20 метров к нашим позициям, мы примкнули штыки и приготовились к рукопашной. В ход пошли ножи, гранаты и приклады винтовок. На моих глазах сержант Косинс успел застрелить 7 немцев, прежде чем они спрыгнули в окоп. Стрелок Хенин пытался отбиваться от 2 огромных фрицев, пока они не разбили ему голову прикладом. Взорвалась граната. Когда очнулся, то оказалось, что мне лишь слегка задело осколками плечо и руку. Из тех ребят, что были со мной, никого не осталось живых. Сержант Симон был изуродован взрывом до неузнаваемости. У стрелка Дебуа штыком был вспорот живот. Мне просто повезло, что немцы приняли меня за мертвого и прошли дальше. На правом фланге выжило 16 человек. Это все, что осталось от моей роты. Мы благополучно дошли до расположения соседнего батальона и встретили там нашего командира, полковника Дрианта. Я спросил у него, что нам делать. Дриант задержал на мне свой взгляд, будто взвешивал на весах мою душу и тяжело ответил. Держаться. Держаться, мой мальчик. Это все, что нам остается. Таков приказ. И мы держались. С рассветом перед нами предстала жуткая картина. Земля была выжжена дотла и усеяна трупами. Всюду валялось брошенное оружие и техника. Мертвые лошади лежали в воронках от снарядов. 22 февраля все повторилось. Артиллерийский обстрел, а затем массированная атака пехоты. Мы дрались отчаянно и не жалели себя. Отступать нам было некуда и уже незачем. Это был наш последний бой. К полудню наша позиция была окружена со всех сторон. Нас осталось всего 6, и все были ранены. Немцы подошли уже вплотную, ближе, чем на бросок гранаты, и мы снова спрятались в своем подземном укрытии. Через некоторое время я осторожно высунулся, чтобы оценить обстановку. В этот момент в меня выстрелили сбоку. Пуля прошла через плечо и застряла внутри моей груди. Я лишь успел вскрикнуть капралу Стефану: «Стреляй! Стреляй! Они тут, в 10 метрах!» Но было уже поздно. Так закончилась эта война для меня. Ценой огромных потерь мы задержали продвижение немцев на целые сутки и дали возможность другим подразделениям перегруппироваться и подготовиться к удару. Мы говорили: «Они не пройдут». И они не прошли. «Они не пройдут!» — кричали мы. И это стало лозунгом, который помог нам поверить в свои силы и остановить врага.